Приветствую вас. Вопрос звучит следующим образом. Как избавиться от постоянных мыслей о мужчине, который не желает никаких отношений и говорит об этом? Ну, смотрите, избавляться от мыслей, наверное, не самая лучшая идея, потому что за мыслями, как правило, ну, что-то стоит, за мыслями, как правило, скажем так, что там находится, да, за мыслями о, я имею в виду, человеке, что-то стоит, например, стоят какие-то ваши потребности, стоят какие-то ваши желания. Вот, и, соответственно, в первую очередь нужно увидеть, какую потребность вы пытаетесь удовлетворить, закрыть через вот, ну, данного человека. Вот. То есть, ну, грубо говоря, какое значение для вас мужчина имеет. Вот. Это, собственно, является первостепенной задачей. Вот. То есть задача заключается именно в этом. А не в том, чтобы ну, избавиться от мысли. Конкретно. Прям. Вот. То есть в этом смысле, да, избавляться ни от чего не надо вам. Именно избавляться. Вот. Это не лучшая идея. Дело в том, что мужчина, он имеет, скорее всего, какое-то для вас значение, вы сами ну, чувствуете это значение, вот, вы сами ощущаете, что человек для вас значит, и исходя из этого значения, в принципе, можете ну, проследить свои чувства. Вот. То есть вы можете увидеть, чего же я чувствую-то по отношению к нему. Вот. То есть чувствую ли я там, к примеру, любовь, да? Чувствую ли я, к примеру, там, симпатию, чувствую ли я, там, к примеру, потребность какую-то, вот, ну, с человеком, вот. И, соответственно, вот, исходя из этого, можно будет уже о чем-то говорить. То есть можно будет уже смотреть, как-то на то, что ваши мысли означают. Вот. То есть не нужно думать, что
Речь идет только о мыслях. Вот. Мысли это на самом деле. А мысли это только следствие. А мысли это не первопричина. Первопричина является ваше внутреннее ощущение. Вот. И, на мой взгляд, работать нужно в первую очередь с ними. То есть, ведь может быть, вполне может быть, такая ситуация, что мужчина просто задел вас. Да, то есть, его отказ быть с вами в отношениях вас задел. Вот. То есть, ну, вы себя почувствовали задетый. То есть ваше самолюбие оказалось задетым. Вот. Самооценка оказалась задетой, как иногда говорят. А вот. То есть, вот эта вот история так или иначе требует корректировки своей, на мой взгляд. Вот. И там мысли как-то уже в любом случае мысли будет меньше. Вот. Понимаете, да? А так просто избавляться от мыслей, ну, не очень хорошая идея. В смысле того, что они вам для чего-то нужны, ну, ваши мысли. И если они нужны, значит, они указывают на определенную проблематику. Весь вопрос в том, что это за проблематика. Такая вот история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.